друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Мы находимся на озере Заринске. Сегодня первый день осени, 1 сентября. У нас на улице жуткая жара, наверное, градусов 30, да, Зин? Уже поменьше. Мы зашли в такой хвойный участок леса. И смотрите, о счастье, пошли грибы. Пошли грибы. Причем я знаю четко, американцы грибы не собирают. Обычно кто здесь по грибы ходит, это наши соотечественники бывшие и поляки. Вот кто тут из Европы, я знаю точно, грибы собирает. Вот что это вот за гриб? Похож на сыроегу. Сейчас посмотрю, если у него шляпку разломать и нету молока, то возможно, что это сыроега. Да, наверное, сыроежка. Вполне вероятно. Ну, я выложу видео. Вот, смотрите, структура гриба. Я сам только знаю, как грибы белые выглядят. Ладно, это я оставлю, кто сожрет, может, скунс котли. Вот. Но я знаю четко, что есть белые грибы или что-то подобное водится тоже. Смотри, как грибы пошли. И здесь, смотрю. Красота. И он подо мной здесь. Да. Еще я слышал тему, что наши вот, кто в Омахе русские живут, там украинцы и белорусы и другие его знатоки грибного дела, выезжают куда-то вот за пределы Омахи. Тут у нас есть тоже такой парк с горами. И вот там настоящее раздолье с грибами. Да, вот это еще подрастет. Да, мне кажется, сейчас пойдут дожди немножко осенью. И уже, может быть, серьезно грибами заняться. Но потому что вот такие вот нет грибочки, здесь везде понатыканы. Но есть и более серьезные экземпляры. Просто нужно вот такие ельники пройти и посмотреть. О, вон какой-то гриб. Ну, это четко знаю, это похоже мухомор какой-нибудь. О. Поганка какая-то. О. А тут вон мелкие, вот они, тут прямо вот под ногами они везде. То есть тут как бы до первого дождя и до первого понижения температуры, чтобы грибы пошли и полезли. Потому что, конечно, сейчас для них немножко жарковато. Вот. Так что, господа хорошие, кто в Омахе живет и кто умеет собирать грибы, пишите на мой канал, с удовольствием добавлюсь, чтобы заснять сбор грибов и, соответственно, все это красиво оформить. Да. Вот. Да, грибами здесь просто пахнет. Запах просто грибной. Там белочка скачет. Вот олень здесь только что. Ну, вот продолжение грибной темы. Вот дорога, а вот такой гриб. Что за гриб чудной, не знаю. Но американцы точно срывать не будут. Могу только вблизи заснять, чтобы вы посмотрели. Не могу удержаться. Вот грибы просто вот на каждом шагу. Вот не знаю, что это. Вот такие вот грибочки. Красивые. О. И тут их видимо-невидимо прямо вон вовсю. И вот тут вот такие вот грибы еще встречаются. И вот такие вот. О, и вот такие. И вот, я не знаю. В наглую растут и провоцируют. Просто в наглую. Вот это все беленькие маленькие точки. Это все грибы. Вон под деревом как те грибочки притаились. Просто красота.